Я студентка третьего курса Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. И поступление в этот университет я действительно обязана образовательному центру «Парамид». Я пришла сюда для подготовки к ЕГЭ, и с самого начала у меня были, конечно, не очень хорошие результаты, но в этом центре мне очень сильно помогли, потому что после буквально месяца обучения я начала выходить на пятерки. ЕГЭ по биологии я сдала на 84 балла, ЕГЭ по химии у меня было 92. И эти результаты помогли мне поступить на бюджетное место в одном из самых престижных медицинских вузов Москвы. Что мне запомнилось в «Парамиде»? Наверное, стремление преподавателя действительно объяснить до конца и так, чтобы поняли действительно все. К нам относились с пониманием и, не знаю, может быть, даже, наверное, какой-то любовью, потому что даже сейчас, учась уже на третьем курсе, я все равно созваниваюсь с некоторыми преподавателями и уже консультируюсь по вопросам, возникающим в университете. Большое спасибо, на самом деле, Василию Николаевичу Рогожину, потому что это человек, ну, он действительно дал понять, что выучить можно все. До «Парамида» я ходила тоже на многие курсы, но если вы действительно хотите что-то знать и пользоваться этими знаниями в дальнейшем, то лучше приходить сюда, потому что здесь нет программы, когда заучивают на тестах. Здесь именно дают знания, которые ты потом можешь уже скомпоновать и применить в своем дальнейшем обучении и поступлении. Ну, здесь гораздо удобнее и дают информацию, и проще. Если вы действительно сомневаетесь, и как бы у всех есть страх и боязнь перед поступлением, то именно в «Парамиде» вам развеют все ваши сомнения, и вы поймете, что вы действительно можете очень много знать.